Сегодня Аким области Гульшара Абдыкаликова ознакомилась с работой частной школы «Ортаскул». В настоящее время в области динамично развивается сеть частных школ. Сегодня их более 10. Школа «Ортаскул» введена в эксплуатацию в 2019 году. Здесь обучается около 500 учащихся. Одна из первых частных школ региона оборудована в соответствии с современными требованиями. Есть танцевальный зал, кабинет робототехники. Работают различные кружки. На встрече с акимом области ученики начальных классов декламировали стихи. Школьный оркестр исполнил «Кюй Балбыраун». Гульшара Абдыкаликова поздравила коллектив школы с профессиональным праздником, лучшим работникам вручила благодарственные письма. Учитель – гениальная личность, которая строит будущее нации. Будущее нашей страны в ваших руках. Со стороны государства предпринимаются конкретные шаги. Принят закон о статусе педагога. Ежегодно реализуются программы по повышению заработной платы и социальной поддержки учителей. Уверена, что ученики, которые будут учиться в этой школе, в будущем проявят себя с высоты, станут гордостью родителей школы.